Уважаемые друзья, сегодня наш турнир входит в заключительную финальную стадию. Сегодня также у нас вступают в борьбу за главный трофей команды 2009, 2010, 2011 годов рождения. Также сегодня состоятся заключительные финальные игры 2008 и 2007 годов рождения, где мы наконец-то узнаем обладателей главных трофеев. В финале сразятся команда «Адмиралтейцы» «Московская застава», а «Алмаз Антей» «Московская застава 2» сразятся в матче за третье место. Также мы узнаем в 2008 года в последнем туре большая интрига, кто займет первое место, «Автово», «Ред Стар» или «Жори Цинкон». И также интрига в том, сможет ли «Алмаз Антей» побороться за медали в сегодняшнем игровом дне. Мы пришли познакомиться с командой «Адмиралтейский 2009». Ребята только что одержали свою первую победу на турнире в первом же матче. Ребят, расскажите о впечатлениях после игры. Мне хорошо, потому что мы победили, я капитан, мне очень хорошо. Это очень замечательно, что мы побеждаем, мы можем занять тоже первое место. Расскажите, а с кем был матч? Был матч с «Дружбой» 2. А какой счет в матче? 4-0. Ребят, кто больше всех голов забил? Я один забил. Я забил больше всех голов. Артушников Тимур, я забил 2 гола. Поздравляем тебя. Спасибо, ребят. Удачи на турнире. Sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different, I will still be patient with you. And I hope you know.
мы приветствуем наших юных участников 2011 года, дебютанты нашего турнира, впервые в Санкт-Петербурге, команда ЦСКА. Ребят, расскажите, как прошел ваш первый матч на турнире, какие впечатления? Отлично. А с кем играли? С Зенитом. Зенитом. А как матч закончился? 1-1. Ясно. А кто гол забил дебютный? Первый. Робер. Забил сам себе Даня. А потом сравнял счет позиций. Ребят, любите в футбол играть или мороженое? Да! А мороженое любите? Да! А что больше вы любите, мороженое или футбол? Футбол! Да! Хорошо, желаю вам удачи, побед. Мы еще будем играть. Через 20 минут. Нам просто дали дополнительное время, чтобы сыграть. И еще. Мы сейчас еще будем играть. Через 15 минут минимум, я не знаю, но будем играть еще. Хорошо, молодцы, спасибо. А мы решили пообщаться с нашими гостями из Петрозаводска, соседнего нашего города. Ребят, привет! Привет! Расскажите, пожалуйста, какие впечатления у вас от турнира? Как сыграли свои первые игры? А мы еще не играли ни одну игру, сейчас только будем играть. Еще только готовитесь? Да. Как настрой? Хороший! На победу! Все планируете игры победить? Да! Большое поле не боитесь? Отлично, удачи всем, ребят, с победой вас. А сейчас мы попробуем узнать секрет, что планируют сделать футболисты Алмаз Антей перед началом своего турнира, 2010 год, команда. Сейчас мы узнаем, что же скрывается в святые, святых, тренерская установка. Ребят, всем привет. Расскажите, пожалуйста, какой план на сегодняшний турнирный день? А какая игровая схема? Кто планирует стать лучшим бомбардиром турнира? Хорошо, больше не будем вас отвлекать. Спасибо, ребят. Пятерочки можно отбить. Тем временем разгорается горячий матч между ФАС Калининским и командой Невский фронт. Решается, какая команда сумеет выйти сегодня из группы, чтобы побороться за главный трофей. Сейчас мы узнаем у ребят из Калининского, как проходит игра. Расскажи, пожалуйста, как проходит игра? Хорошо проходит. А какой счет? Пока у нас 4-0, 3-0, 1-0, 2-0. 1-1. Вот этот матч как складывается? Счет какой сейчас с Невским фронтом? 1-1. Ясно, ребят. Шансы есть на победу? Да. Хорошо, удачи вам.
короткое флеш-интервью у игроков команды «Ежовец Инкон-1», которые сегодня заняли первое место в отборочной группе. И завтра ребята будут бороться за главный трофей турнира. Ребят, привет! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Тимофей. Меня Дима. Расскажите, насколько тяжело или легко складывалось сегодняшние игры? Хорошо. Ну, играть было нормально так. Были немножко слабенькими игроки. Скажи, а какая команда наибольшее сопротивление оказывала? Я могу. ЦСКА. А как вам против ЦСКА игралось? Очень трудно или все-таки спокойненько их обыграли? Трудно. А что сумели проявить, чтобы достичь победу? Силу, успех. Успехи в футболе. Хорошо, ребят, завтра вам удачи, главные игры. Надеюсь, победите.